Здравствуйте. Я снова потянул ногу. Такое произносить спортсмену Алексею приходится часто. Бегун со стажем то и дело сустав повредит или мышцу потянет. Вчера я бегал свою запланированную тренировку, и получилось так, что это было темновато уже, и в процессе я встретил на пути препятствие и просто кувырком кувыркнулся и коленом ударил. Травма, конечно, не серьезная, но тренироваться с ней сложнее. Однако прознал спортсмен, как с недугами спортивными справляться. Тейпингом технология зовется. Это технология наложения специальных эластичных пластырей, которые изготовлены из специального хлопкового материала, покрытые клеем, который наносится с целью того, чтобы восстановить суставы, восстановить какие-то травмированные зоны и просто вот скорректировать последствия каких-то хронических болей у людей. Тейпинг родом из Японии. В 1973 году доктор Кензо Кассе заметил, что фиксация болевых участков при помощи пластыря способствует скорейшему выздоровлению. На сегодняшний момент чудо-пластырем или тейпом пользуются самые именитые спортсмены. Он состоит из 100% хлопка, а качество материала тоже влияет, играет какую-то роль. Плюс клеевая основа. Она не должна быть никакая аллергенная, не вызывать никаких раздражений. То есть это тоже очень важно. Поэтому если мы возьмем некачественный тейп, наложим его, и не дай бог у человека будет какая-то аллергия, я думаю, ему будет не очень приятно. Здесь у нас ссадина, как мы видим, да? Мы ее очень аккуратненько обходим. Тейпы приклеиваются в соответствии с участком поражения, при этом открытые раны не задеваются. Перед тем, как приклеивать пластырь, его растягивают в зависимости от вида травмы. Делаем натяжение 100%, ослабляем до 30% и наносим на поверхность. Да. Ходить, тренироваться и даже мыться с такой наклеечкой можно до 5 дней. Тейп практически не ощутим на коже, при этом оказывая видимый эффект. Полоски справляются с болью в пояснице, шее, голове, помогают при остеохондрозе, сколиозе и плоскостопии. А для тех, кто, как и я, много работает за компьютером, тоже найдется свой волшебный пластырь. От банального напряжения тейп выручает путем микромассажа кожи и подкожных тканей, а также улучшает кровообращение и обмен веществ. Более того, разноцветные ленты используются и при похудении. Проблема фигуры часто всего лежит в кишечнике. Если его правильно наложить на кишечник, он будет очень хорошо стимулировать пищеварение. Хорошее пищеварение – это хорошая фигура. Яркие цвета и возможность вырезать все, что душа пожелает из чудодейственных полосок, позволяет относиться к неприятным моментам с оптимизмом.